Небесная сотня дала самое дорогое, жизни свою отдала. И они благословили тех, которые остаются, жить дальше, но жить красиво. По-человечески жить. Для того, чтобы делать лучшие изменения, нужно время и очень много труда. Ничего лучшего не придумано, чем демократические, цивилизованные страны. Да? Вот есть пример, надо к этому идти. Самые большие почести, которые можно оказать тем ребятам, которые жизни отдали, это если в Украине будет созидательный труд. Шаг за шагом вперед.